Так, приехал из Ракитного. Видите, у нас траву немножко покосили. Ага, бурмашка первая встречает. Бурмашка. Я-то думал, жорик будет. Динка не появилась, ребята, к сожалению. Бурмашка, ты уже отгуляла? Или еще гуляешь? И Римочка. Две девочки маленькие. Сейчас. Палыч. Ага, понял. Понял. Фух. Так, сейчас. Мушка, а где молодежь? А где все? Более зрелые, скажем так. Симушка. Люся. Что, нету Динки, да, ребята? Нету нашей Динки, блин. Я, конечно, я бы сказал, да, не хочу материться. В каком состоянии, когда нету Динки? Так, Борик пришел. А где Жорик? Ага. Что, там сарай открыт? Чего это упал мой? Я рюкзаки постирал. Поехал сушиться их на палке. Они попадали, ничего страшного. Ничего страшного. Так, что у нас тут делается? Что у нас тут делается? Тут запаха нет. Но они ночевали, я так понял, пока я был в Ракитном, они ночевали в хате. Они ночевали в хате. Велики надо чинить срочно. Один велик в Ракитном везу, чтобы ездить кормить котов на велике. Потому что пешком задолбался ходить. Это пока до Гаи дойдешь, пока до Шипути дойдешь, Гаи еще дальше. От Бурмашки-то ближе, конечно. Так, что тут творится? Сейчас я их покормлю. Буду варить новую еду. Жорика не вижу. Из старых только, ну, более-менее старых, скажем так, условно старых, только Люся и Борик. Динки, понятно, что Динка, дай бог, что появится. Нету ни Мурки, ни Мэри, ни Лизы, слышишь, ни Венеры. Так. Доброго дня! Добрый день, сэр. Вечер. Я да ничего, нормально, ты сейчас подустал трохи, подзаморился, ничего. А я вам звоню, вы, никто бы не звонил? Ну, я звоню, ну, на мой телефон, там, не знаю. Я в пятницу поехал. Я опять не было, ну, я не знаю, у меня же ваш номер не записанный. У мене ж ваш номер не записаний. Ваш номер у мене не записаний. Я можу. Я не чув. Ні, я не чув, що у мене такий телефон, що він той. Фух. Не взяв. Зараз я включусь.